всем привет! С вами Антон. И сегодня мы в очередной раз, в новый, далеко не последний раз, мы направляемся во вкусные точки, чтобы обсудить такую акцию, как стикер-мания. Что это такое и с чем это едят, мы узнаем с вами прямо сейчас. Но для этого нужно пройти сюда. Так что пойдем. Мы уже во вкусной точке, в смысле внутри. И чтобы разобраться, что же такое стикер-мания во вкусной точке, воспользуемся телефоном, а также приложением «Вкусная точка». Открываем. Это вы удачно зашли. Приветственные слова. Сразу видим «Добрый день, Антон», потому что я уже авторизировался. Стикер-мания, как участвовать, QR-код, мои призы, призы, стикеры, дополнительные стикеры, продукты, мой бонус и так далее, это нас не так уже интересует. Давайте разберемся, что такое стикер-мания. Перед оплатой и заказы отсканируй QR-код стикер-мании из приложения на прилавке, киоске или авто. Закажи и оплати продукты, участвующие в стикер-мании во вкусные точки. Получи стикеры и сорви их в приложении. Под каждым стикером тебя ждет наш шанс выиграть один из 32 миллионов 100 тысяч призов. Получи два приветственных стикера к первой покупке продуктов, участвующих в стикер-мании. То есть мы сейчас закажем, плюс два должно быть. Дальше. Дополнительные стикеры за заказ от пороговой суммы с участвующими в стикер-мании продуктами. При заказе от 600 рублей один стикер, при заказе от 1000 рублей два стикера. Плюс два дополнительных стикера за первый мобильный заказ с участвующими в стикер-мании продуктами, а также плюс дополнительный стикер за каждый четвертый заказ с участвующими в стикер-мании продуктами. Так, сканируй QR-код стикер-мании, ты получаешь стикеры и бонусы в программе лояльности. Сейчас, пожалуй, выберем, что будем заказывать, закажем, нам это принесут. Наверное, мы сначала снимем, потом покушаем. Либо покушаем, а потом снимем. Это уже как пойдет. Так что мы сейчас закажем. Вы далеко не уходите. Скоро вернемся. Мы выбрали, что заказать. Уже заказали, уже оплатили, уже ждем. А пока ждем, давайте разбираться. Что же такое стикер-мания во вкусной точке? Опять включаю, чтобы с телефона вам было видно. Вот наш заказ мобильный. Мы это дело закрываем, пока нам не надо. Открываем начало. Обновляем. Опа! Поздравляем, тебе были начислены бонусы «Вкусная точка». Приложение мы пока не хотим оценивать. Видите, у нас бонусы. Вы бы эти бонусы можете обменять на те или иные продукты. Мы пока обменивать не будем. Нас интересуют стикеры. Нам начислено 15 стикеров. Не 13, а 15. 9 за заказ. То есть за каждый товар это 9. 2 за заказ больше 1000, 2 за первый мобильный заказ и один, похоже, и еще 2 за первый заказ вообще. Неважно. Главное, что 15 стикеров. К сожалению, не как в Макдональдсе было, что прямо на упаковке с бургерами, с напитками, с картошкой вы могли отрывать стикеры. Ну, кто помнит, тот помнит. Все через телефон. Давайте смотреть, что нам попадется. Скрестим пальцы и надеемся на лучшее. Открываем. И не открыл. Я оторвал стикер, и нам поздравляем, магазин промокодов. Ты можешь выбрать приз, который хочешь получить. Нажимаем «Позже», открываем следующий. Манежная площадь. Собирай стикеры улицы одного цвета и получи шанс выиграть ценный приз. У нас первый стикер с улицы – это розыгрыш путешествия от компании Fun & Sand. Вторая улица из этого. У нас уже два из трех есть про путешествие. Улица Кожевническая. 500 тысяч рублей на карту Тинькофф Блэк. Улица Большая Серпуховская. Серпуховская, не знаю. Сертификат на обучение английскому языку Skyeng. Дальше. Улица Русаковская. 50 тысяч рублей на карту Тинькофф Блэк. Магазин. Промокоды. Улица Красная Пресня, 100 тысяч рублей на карту Тинькофф. Улица Новослободская, квартира от компании «Самолет». Улица Большая Бронная, 15 тысяч баллов на Яндекс Плюс. Театральный проезд, 500 тысяч рублей на карту Тинькофф Блэк. Уже вторая из этого приза. Улица Новослободская такая же была. Магазин «Промокоды». Магазин промокодов,
промокодов, наверное. Улица Большая Бронная, кажется, опять. Так, давайте теперь смотреть. У нас моментально открылся список наших выигрышей. У нас уже есть две улицы. Есть аудиореклама у самого заведения, что здорово. А мы смотрим, что мы выиграли. Два из трех на путешествие, два из трех на 500 тысяч рублей на карте Тинькофф, два раза одну и ту же улицу из 15 тысяч баллов Яндекс.Плюса, один из 50 тысяч рублей на карте Тинькофф, две из квартиры, одну из сертификат на обучение английскому языку, один из 100 тысяч рублей на карту Тинькофф и ноль наборов техники «Умный дом». Также у нас были моментальные, это раз, два, три, четыре партнеры «Вкусные точки», но это, наверное, потом надо разобраться, посмотреть, что это такое. Вот, ну, в принципе, что-то да есть. Начало, скажем так, положено, как минимум промокоды. Ладно, давайте посмотрим, что это там как-то. Не то открыло. Так, где? Давайте смотреть мои призы моментальные. Давайте посмотрим промокод. Какой у нас есть промокод? Ну, кстати, ничего себе. Изучаем. Redmond. Промокод на скидку 2000 рублей на покупку 6000 на сайте. Промокод на 90 дней плюса Яндекса. Промокод на 500 рублей в Яндекс.Маркет. 500 рублей на карту Тинькофф. У нас 4 по 500, 2000, считаем. Мы, можно сказать, выиграли 2000 рублей. Дальше. Промокод на 2 месяца подписки в книжном сервисе «Строки» от МТС, если я не ошибаюсь, это. Промокод на 1 месяц разговорных клубов Skyeng. Промокод на скидку 60% devr.ru, это не знаю, что это такое. Промокод на 200 драйв-бонусов на поездки. Промокод на 3 месяца антивируса. А также промокод на подписку Тинькофф Pro. Из всего этого, самое хорошее, как мне кажется, это 500 рублей на карту Тинькофф. Видимо, пора нам завести карту Тинькофф, да? Ну, по факту. Можно бесполезный промокод. Ну, то есть вот скидка 500 рублей... Скидка 500 рублей при покупке от 3,5 тысяч, это очень приятно, но это, ну, ничего. А вот 500 рублей настоящих на карту стоит того, чтобы бесплатно оформить карту Тинькофф Блэк. Эх, вот сейчас бы реклама Тинькофф, но не в этот раз. 4 раза по 500 – 2 тысячи. Все, я сделал название, выглядит 2 тысячи рублей в вкусной точке. Стикермания во вкусной точке, начало положено. Она появилась вчера, вообще свежайшая, только вчера, 30 января 2023 года во вкусной точке началось проведение стикермании. Сегодня, 31 января, мы это дело снимаем. Вот. Что ж, интересно. Я прям ажиотаж пошел. Вот. Я думаю, можно включать запись экрана. И можно идти за нашей едой. Мы же не просто так собрались, чтобы деньги потратить, а... Мы потратили 1212 рублей на сегодняшний обед. И при этом у нас 4, 3, 10, 11 у нас улиц из основных и главных призов, а также 4 промокода, которые можем выбрать на свое желание. Я думаю, мы все-таки заведем себе карту Тинькофф и 2000 рублей на нее выведем. Все, мы выиграли во вкусную точку 2000 рублей. Звучит, конечно, не так громко, как 500 тысяч или миллион рублей, но не деньги, что ли? Правильно, чуваки, деньги. А мы сейчас покушаем и вернемся к вам, так что далеко не уходите. Отобедали на вкусные точки, показали вам, что такое стикермания. Можно сказать, день удался. Как дополнение скажем, что дизайнеры продолжают работать над упаковкой продукции, что очень даже хорошо. Логотип «Вкусная точка», стикермания, гарантированные и негарантированные призы. Очень холодно, зима. Вот. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Скажу одно, что данная акция «Стикермания» будет проходить во «Вкусной точке» до 5 марта. Я думаю, можно снять будет еще одно видео ближе к концу акции, чтобы подытожить то, что мы, возможно, насобираем за это время, что мы выиграем, помимо денежных средств от Тинькофф. Вот. Также смотрите наш двухсерийный, скажем так, влог из Астрахани прошлогодний. Что еще?
прорекламировать. Смотрите наш фильм про еду в городе Астрахань. Перекусим Астрахань. Смотрите фильм про Архангельск. Там безбожно мало просмотров. Так что смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам наилучшего.